Dear brother, your beatitude, с праздником, welcome. Ваше блаженство, ваше высокопреосвященство, дорогие братья, я очень рад приветствовать вас в духовном и административном центре Московского патриархата в монастыре Святого Даниила. Как вечеря ваша, на присутствие ваше, как вчерашний парень, сент Букуроса в Антимпино, на этот центр спиритуал, культурал, в Бисерчи Ортодоксы Руси, монастырь Святого Даниила. Здесь официальная резиденция патриарха и священного синода Русского православного церкви. Резиденция официальная патриарху и Святого синода. Ну и здесь проходят официальные встречи патриарха с гостями, с разными делегациями. Здесь происходят интернетные официальные патриарху и патриарху из страны. И я очень рад возможности встретиться с вами, ваше блаженство, и с вашей делегацией, с тем, чтобы нам поговорить в том числе и о задачах, которые перед нами стоят. Sunt bucuros să vă întâmpin aici, pe fericirea voastră, ca să avem o discuție, inclusiv despre проблемы, которые сынты в фаса наша. Да, я вас в вопросах, которые, конечно, вырастают из нашей повседневной жизни. Лукорле, которые резли на вьяца наша котидиана. Вы имели возможность завтра, вчера присутствовать на последнем заседании Архиерейского собора. Это будет оказия, ерс, партичипать на ультима ошединца, фестива синодуле архиереев в Бутерчине. И вы слышали уже о том, что были приняты очень важные для нашей церкви документы на соборе. Да, ты аузит, что апост луате маймульте, апост адоптате маймульте документы импортанте на чест синод. И я радуюсь тому, что собор явил очень крепкое единство нашего епископата. Sunt bucuros pentru faptul că acest sinod a demonstrat unitatea ierarhiei noastre. Несмотря на те трудные процессы, которые происходят на Украине. Și cu toate procesele complicate care se desfășoară în Ucraina. И которые требуют, конечно, большого мужества от нашего епископата. Și care necesită o бărбăție deosebită din partea ierarhiei noastre. Они являют это мужество, потому что понимают, что они защищают единство Святой Соборной Апостольской Церкви. Ierarhii dau dovadă de acest curaj pentru că ei își dau seama că apără Biserica cea una, Sfântă, Sobornicească și Apostolică. На Украине это не конфликт между какими-то юрисдикциями. În Ucraina nu este vorba de un conflict între mai multe jurisdicții. А это борьба за единство против раскола. Și de o luptă a unității împotriva schismei. Лишенного благодати по учению церкви. Schisma care este lipsită de har conform învățăturii bisericii. А значит, это борьба за спасение людей. Și respectiv o luptă pentru mântuirea oamenilor. Борьба за православную веру. O luptă pentru credința ortodoxă. Я очень надеюсь, что по милости Божией в какой-то момент удастся преодолеть все эти разделения. Sper că prin mila lui Dumnezeu vom putea la un moment dat să trecem peste aceste dezbinări. И я был очень рад свидетельству о том, что украинский епископат желает преодолеть эти разделения. Și am fost foarte bucuros să aflu și că ierarhia din Ucraina își dorește să treacă, să surmonteze aceste dezbinări. В их сердце любовь к тем, кто отделился. Ei au în inimă dragostea celor care s-au despărțit. И, конечно, не страдают от этих разделений вместе со всеми. Și, bineînțeles, că suferă din cauza acestei dezbinări împreună. Я бы хотел выразить благодарность всем поместным православным церквям и вашему блаженству за неизменную поддержку канонической церкви на Украине. Сейчас я экспримы гратитуриня тутурор бисерчи ортодоксе сурори та фречири вастре пентру сустинеря бисерчи ортодоксе дин Украина. И за тот уровень канонической церкви на Украине. Да, и за тот уровень двусторонних отношений, которые имеют место между нашими церквами. Да, и пентру ачел нивел ал релациилор билатерале, каре экзистент энтри бисерчиле ностре. Вам по многим направлениям. И какие-то из этих направлений мне бы хотелось с вами обсудить, о них поговорить, о нашей совместной работе. Радуюсь тому, что празднование столетия восстановления патриаршества в Русской Православной Церкви стало общее всеправославным празднованием.
Îmi pare bine și că această sărbătoare a centenarului restabilirii Patriarhatului în Biserica Ortodoxă Rusă a devenit o sărbătoare a tuturor bisericii. Și acest lucru spune despre faptul că noi suntem împreună în bucurie și la necaz. И верим, что это празднование послужит и дальнейшему укреплению всеправославного взаимодействия, сотрудничества и единства. Și cred că această sărbătoare va contribui la continuarea cooperării panortodoxe și a unității noastre.